Thank you.
Начинается трансляция из Харьковского антикризисного инфоцентра, город Харьков, Иваново, 7/9, бизнес-центр «Параллель 50», где пройдет пресс-конференция, посвященная работе психологов с семьями погибших военных. Очень актуальная. Я так понимаю, что мы еще на этом мероприятии.
возможно, будут подтягиваться, но у нас есть качественные клиники. И это, в общем-то, этим уже многие пользуются, мы поняли, и не всегда доходят именно непосредственно на саму площадку. Еще плюс ко всему, если есть вопросы тех, кто будет смотреть стрим, есть Skype kipela.tv, и эти вопросы можно задавать, а мы будем отвечать. Я передаю микрофон Ирине Красилевой, которая занималась подготовкой мероприятия. Перехожу к вам. Спасибо. Тема действительно непростая. Мы очень долго обсуждали и подбирали слова для того, чтобы ее донести. Звучит она «Работа волонтеров психологов с семьями погибших, военных». Сегодня непростая ситуация в Луганско-Донецкой областях. Но немногие, но не возвращаются из зоны военного конфликта. У нас сегодня в спикерах Андрей Семенович, заместитель военного комиссара Харьковского военного комиссариата по личному составу и связанным с общественностью, Светлана Муравская, практический психолог, кризисная психологическая служба, Ольга Ладия, координатор, кризисная психологическая служба. Начнем, вернее, мы, может быть, с немного сухих фактов, но без них нам не обойтись для того, чтобы оценить глубину трагедии. Андрей Семенович, я попрошу вас озвучить положение дел на сегодня. Доброго дня, дякую за запрошення. Дійсно, сьогодні піднята дуже важлива для нашої громадськості тема і больно прикро, що сьогодні в мирний час, точніше вже військовий час, іноді люди залишаються без батьків, діти. І, звичайно, суспільство повинно робити все можливе і неможливе для того, щоб люди, які втратили самих рідних і близьких, не залишилися осторонь нашого життя, будемо так казати. Якщо взяти сухі цифри, мені по роду моєї роботи, я заступник військового комісара Харківського обласного військового комісаріату, приходиться працювати в питаннях, можна казати, статистичних даних і організації похорон військовослужбовців, які гинуть. Зразу відмічу, що ми ведемо дані по Міністерству оборони України. Даних у нас по Національній гвардії, по Міністерству внутрішніх справ, по прикордонних військах немає. Останом на сьогоднішній день загинув 31 військовослужбовець. Ми в цей список включили військовослужбовців, які загинули в результаті бойових дій, які померли в зоні АТО і набули статус учасника АТО. Ми в цей список включили військовослужбовців, які рахуються за нашим обласним військовим комісаріатом, але похоронені вони в Харкові, але, наприклад, матеріальну допомогу отримали в Бродах, в Миколаєві, в Херсоні, в Сумах. Ну, станом на сьогоднішній день 31 чоловік, ну, буквально перед зустрічю мені призвонили з 92-ї бригади нашої Чугуївської, що загинув ще один військовослужбовець. Зараз ми можемо, маємо уточнити, звідки він, з якої області. Прикро, цифри розповідаємо. Тема важлива і головне не тільки говорити зараз, а мета, я думаю, що нашого заходу, щоб були якісь конкретні справи. З боку нас, як військових, з боку психологів, з яким я дуже вдячний, зразу теж буквально хвилинку уваги. Я вдячний людям, які сидять біля мене, ми їх співпрацюємо вже, напевно, що півроку. Вдячний всім психологам-волонтерам, тому що вони зараз виконують настільки благородну справу, що, напевно, що їхню роботу можна прийняти за роботу лікаря, напевно, що. Тому що важлива місія, незнана для нашого часу, будемо так казати, але ми співпрацюємо нормально, і я вдячний цим людям. Без них було дуже важко. Хотілося б одразу уточнити, є определені бюрократичні процедури, які необхідно сім'ям погибшим пройти. Могли б уточнити по факту, когда это делать, с какими документами, и, может быть, посоветуете, чтобы избежать каких-либо, более комфортно, чтобы себя люди даже в такой ситуации чувствовали. Знаете, мне трошки, честно скажу, неудобно сидеть перед вельмишановным товариством. Почему? Потому что, напевно, что каждый может задать питання, здоровенький полковник сидит в областном військовом комиссариате, да, хлопцы воюют, гинуть, а он красиво так рассказывает. Ну, якщо необхідно про мій шлях як офіцера, я окремо можу сказати. Ну, в даному випадку я
півроку займаюся на цій посаді. І хочу сказати чесно і відверто. В військовому комісаріаті прийшов новий військовий комісар, полковник Малецький Дмитро Анатолійович. Задача його чітка, ясна, як ніколи. Вибачте, може, я говорю не літературними словами, але ми танцюємо біля сім'ї загиблого. Тобто, фактично, якщо, не дай Бог, хоч буде якась бюрократична проволочка з боку посадових осіб Харківського обласного військового комісаріату чи районного, ну це буде, я не знаю, який ранг вознесено. Тому станом на сьогоднішній день 24 поданих документів на отримання соціальної допомоги, ми вже отримали 23. Два документи на двох військовослужбовців наших, які хлопців загинули. Зараз, ну ви повинні розуміти, що ми оформляємо документи, документи відправляємо на департамент Міністерства оборони фінансової, там здійснюється засідання комісії, уточняються документи, ну, розумієте, сума, ви знаєте, да, 600-609 тисяч. Ділиться пропорційно на кожного члена сім'ї. Тому, звичайно, повинні бути якісь такі точні питання, щоб, ну, ви розумієте, щоб сума попала в потрібні руки. І тому, звичайно, ніякої проволочок немає. Буквально тільки приходить, ми з військовими частинами встановили нормальний контакт, приходять документи, зразу безпосередньо оформляються через наш відділ соціального забезпечення обласного військкомата. Документи йдуть і, в принципі, ну, я кажу, на даний момент тільки дві сім'ї не отримали, але я думаю, що найближчим часом рішення буде прийняте і ми виплатимо. Ну а далі вже інші питання, пов'язані з пенсіями. Виплати, ну тут ми вже співпрацюємо з цивільними, будемо так казати, пенсійний фонд і так далі. Ну то, що з нашого боку, ми, по крайній мірі, станом на сьогодні число, ну, я не чув, так що якісь були скарги, що хтось із військового комісаріату затягує, чи не дай Бог, думає про якусь вигоду в цьому питанні. Я хочу, щоб ви просто це зрозуміли, що ми повинні здирати образ військового комісаріату як щось неприємне. Розумієте, я ще раз кажу, що люди воюють, ми сидимо в тилу, але ми робимо свою роботу. Дадуть нам команду, ми теж підемо воювати. Щоб ви просто зрозуміли, з нашого військового комісаріату теж 12 військовослужбовців виконували і виконують задачі в зону АТО. Але ну, комусь треба займатися і похоронами, комусь треба займатися соціальними питаннями, комусь потрібно займатися роботою сім'ї, комусь потрібно займатися з психологом, але ми військові люди. Да, действительно, каждый должен заниматься своим делом. Спасибо вам. Единственный вопрос, скажите, пожалуйста, куда обращаться в случае, если какие-то вопросы возникают? Горячая линия, то есть вот сейчас вы можете обозначить адрес или человека, к которому можно обратиться, и все вопросы будут решены. Питания, я попрошу точно питания, если не дай Бог, ну тут, в принципе, уже каждый районный військовий комиссариат знает комиссар, что, если не дай Бог, приходить така звістка, що загинув мешканець Харківської області, зразу організуються уточнення, ми отримуємо повідомлення з військової частини, виходимо на зв'язок уточненням спочатку, чи перш ніж повідомити, ви розумієте, місія, яка повідомити сім'ї. Ми уточняємо все до останньої біографічної дані, щоб ми не помилилися, тільки після цього ми повідомляємо сім'ю. Звичайно, нам цьому дуже допомагає і місцеві органи влади. Навіть бували такі випадки, що військовий комісар йде разом з міським головою, селищним головою повідомляти сім'ю, звичайно, лікар. Ну, така місія. І повідомляємо, після цього починається етап підготовки до вшанування. Організовується все згідно статуту нашого, згідно наших керівних документів. Ну, почесна варта, все організовується похорон. Вже після похорону, коли вже якби людину провели в останню дорогу, після цього починається військовий комісар району організує взаємодію з родичами, після цього всі документи, які там потрібно, надаються районному військовому комісаріату. Можливо, минує районний військовий комісаріат звернутися в обласний військовий комісаріат. Підполковник Семенович Андрій Леонідович, мій телефон 067-415-90-23. Якщо виникають такі питання, будь ласка, дзвоніть. Все, що від нас залежить, будемо робити. І, в крайній мірі, с нашего боку проводчик всему питанию. Спасибо. Ольга Вадия подробно расскажет, чем они сейчас могут помочь семьям погибших, люди, которые оказались с непростой проблемой. Мы все были не готовы к этому, ко всему, а к ним, кто постучался, да, пожалуйста.
Как это происходит? Спасибо. Несколько слов о том, что мы являемся представителями кризисной психологической службы Харькова. Это общественная инициатива сообщества психологов, психотерапевтов Харькова, которая начала работать с конца мая, когда в городе появились первые переселенцы, первые раненые. И с сентября месяца, после соответствующего обучения, потому что работать с потерей, работать с горем требует определенных специальных навыков, появилось направление группы специалистов, психологов, которые начали заниматься семьями погибших. По сути, помощь выражается в психологическом консультировании очном или телефонном членов семьи погибших. Кроме того, психологи стараются лично сопровождать при необходимости членов семьи погибших при контактах с органами власти, с органами социальных служб. А также, несмотря на то, что немножечко не наш профиль, но для того, чтобы иногда стабилизировать эмоциональное и психологическое состояние членов семей погибших, какие-то задачи материального плана нам тоже приходится решать. Если говорить, наверное, о слогане, с которым мы работаем, и который дает нам силы, потому что тема действительно очень непростая, ядовитая, забирает много сил у всех, кто с ней соприкасается, то слова, которые нас вдохновляют в какой-то степени, если уместно об этом говорить, звучат так. Вернуть погибших нельзя, помочь живым жить нужно. В результате проведенной нашей работы определились, наметились определенные тенденции, и хотелось бы донести их до общественности с помощью вот этой пресс-конференции. Я заранее попрошу прощения у присутствующих, если прозвучат какие-то вещи, которые могут поднять непростые эмоции, потому что это действительно горе, потеря. И естественная человеческая реакция от нее дистанцироваться. Мы старались, формируя, да, как бы выступление, подбирать, ну, какие-то выражения, но тем не менее о каких-то вещах придется говорить прямо. Потеря близкого человека в любом случае – это большое горе. И поддержка другими в процессе горевания – очень важный аспект. Практически фактор здорового, вот я оперирую такими психологическими терминами, здорового процесса горевания. Скорбь в одиночестве, к сожалению, практически невозможна. И очень важно присутствие, явное или неявное, тех, кто сопереживает людям, которые потеряли близких людей, что, собственно говоря, и приходит к исцелению. Если горе не отгорёвано, так скажем, по здоровому сценарию, то начинаются осложненные процессы, или опять-таки психологический термин, патологический, да, процесс горевания. И тогда это уже представляет опасность и для самого человека, и для его окружающих. Мы сейчас здесь говорим о воинах. Воин себе не принадлежит. По сути, воин через волю командиров, командование выполняет общественный, по сути, запрос, отстаивая, да, в данном случае, в том, что происходит у нас, территорию нашей страны. И поэтому в данном случае горе и скорбь делает процесс не только делом членов семей погибших. Это является и социальным процессом. То есть это касается общества, это касается конкретно той общины местной, где находится эта семья, где проживают эти люди. Больно слышать, когда в работе с психологом во время, да, консультирования звучит, ну, на вопросы мы спрашиваем, да, как люди это переживают, как вас поддерживают там односельчане, звучит фраза о том, что не осуждают и хорошо. Да, я сейчас говорю о том, что, к сожалению, в обществе нет однозначного отношения к тому, что происходит у нас в Донецкой и Луганской области. И люди, потерявшие своих родных, близких, мужей, братьев, отцов, иногда оказываются в ситуации, где их окружают люди, не совсем понимающие значение того, что произошло. Как психологи, мы понимаем, что дело еще осложняет процесс горевания, то есть или практически делает невозможным, или ведет к патологическому процессу. Вторая тенденция, мы отмечаем, что есть семьи, которые оказываются в сложном материальном положении. И, к сожалению, не всегда есть родственники, которые могут их поддержать материально. Процесс оформления социальной помощи от государства, первое, требует времени. Второе, есть случаи, их немного, но есть, когда, возможно, на эту помощь погибшему рассчитывать, ну, членам семьи погибшего не придется. И речь идет о самых простых базовых вещах, о нормальном питании, о нормальной одежде.
Поэтому эти люди нуждаются в удовлетворении естественных таких базовых потребностей. Что может общество? Общество может обеспечить базовые жизненные потребности этих людей. Общество может проявить в какой-то степени сочувствие и эмпатию. И общество может помочь разделить аффект от горя. Здесь, конечно, работа, да, в большей степени профессиональных психологов. Я хочу сказать, что работа, которая проделана нами за это время, вот вместе с областным военным комиссариатом, очень поддержана отдельными харьковскими людьми, организациями, какими-то представителями бизнеса, за что мы им очень благодарны. Но тема действительно непростая, и не все готовы с ней соприкасаться. А эти люди очень нуждаются в помощи. И более того, они нуждаются в помощи системной. Я обращаюсь вот сейчас к журналистам с вашей помощью, с таким призывом, собственно говоря, наверное, в первую очередь еще к общине, которая для меня выглядит, ну, ее, так скажем, рупором является городской совет и областной совет. Все-таки это представители города, представители области, выбранные органы, которые распоряжаются ресурсами общины. И очень настоятельно призываю, тем более, что начало года есть возможность что-то, может быть, включить в бюджет или его корректировать, разработать программу и выделить средства на программу социально-психологической поддержки этих семей. Потому что работа не может быть исключительно на благотворительной основе. Горе отличается тем, что оно длится не месяц и не два. Это очень индивидуальный процесс. И он может длиться, извините, и полгода, и год. И оставлять этих людей один на один в этой ситуации с этой бедой ни в коем случае нельзя. Мне бы еще хотелось обратить внимание на то, что нами совместно с областным комиссариатом реализуется идея при поддержке одной из харьковских компаний, которая дала уже свое согласие посотрудничать и поддержать нас финансово в проведении мероприятия, которое называется «Родильный пол». Это формат, который опробовали наши коллеги в Киеве, коллеги из ассоциации по преодолению травмирующих последствий кризисных явлений. Это мероприятие, которое прошло уже в Киеве несколько раз, в Днепропетровске. Это уникальный формат, когда члены семей погибших могут собраться вместе на одной территории. И в своем кругу людей, которые понимают и разделяют горе, как бы открывают и завершают определенные процессы, которые, к сожалению, в своей, может быть, местной общине они сделать не могут. То есть как бы позволяют быстрее, да, вот, каким-то острым вещам проявиться при сопровождении психологов-специалистов. Причем приезжают семьи с детками, да, это очень важно. Идет отдельная работа со взрослыми и с детьми. Я хочу напомнить, что в этой работе дети – это очень важный момент. Это дети, которые потеряли своих отцов. И данное мероприятие позволяет снизить вот эту социальную изоляцию, которая у этих людей возникает. Более того, внутри семьи тоже есть определенные проблемы. Горе ищет выход. И, к сожалению, часто в семьях происходит момент, когда близкие обвиняют друг друга в смерти. То есть жена могла не пустить, да, утверждают родители. И, в общем, осложняется ситуация. И вот на таком формате есть возможность укрепить связи внутри семьи. И самое важное, что мы видим еще в проведении этого мероприятия, эти люди тянутся друг к другу. Поверьте, им легче друг друга поддерживать, и поддерживая друг друга, они крепнут, они быстрее восстанавливаются. То есть создается такое сообщество взаимопомощи друг другу. И поэтому еще одно обращение и к харьковской, я не знаю, ко всем харьковчанам, харьковской бизнес-элите, опять-таки к депутатам городского и областного совета. Мероприятие намечено на начало марта. Все равно оно требует дополнительной еще поддержки. И более того, хотелось, чтобы оно не было одноразовым. Поскольку, к сожалению, смерть продолжает приходить в дома наших сограждан, количество погибших увеличивается. Я думаю, что это мероприятие имеет сделать смысл постоянным. Оно не требует больших затрат, но оно очень важно по своей сути человеческой и психологической. И к своему спичу я добавлю еще одно. К сожалению, Украина столкнулась в масштабах страны с темой смерти. И требует эта тема формирования культуры
в Ереване. Эта работа требует, опять-таки, системного подхода на всех уровнях, начиная от отдельных граждан, заканчивая общественными организациями и, конечно же, при поддержке власти на местном уровне, потому что они являются носителями всех ресурсов громады и полномочий громады. В Харькове, к сожалению, на данный момент, по крайней мере, насколько знаю я, не было ни одной формы общественного повиновения погибших харьковчан. Я обращаюсь, опять-таки, к общественности, к активистам и к власти с таким призывом найти форму, наиболее приемлемую. Может быть, это гражданская панихида, может быть, это совместная служба представителей священников всех конфессий. Но провести такое мероприятие, поверьте, это то малое, что мы можем сделать для тех, кого мы уже вернуть не можем, и для тех, кто остался жить, которым важно понимать, что их родные погибли. Не зря общество это понимает, общество это признает. Спасибо. Спасибо. Очень тяжелое. И эта проблема не только психологическая, но и социальная. Переживание горя – это естественный процесс. И реакции на это переживание могут быть разные, но понимая их, можно понять другого человека. Это не просто потеря в какой-то отдельной семье, это не просто смерть. Это социальная потеря, и люди этого боятся. Да, действительно, приезжая в семью, чтобы поддержать психологически, мы сталкиваемся с тем, что община, ну, большинство семей погибших в области находятся Харьковской, они приходят на похороны, они стараются выразить свое сочувствие, но потом дистанцируются, поскольку это достаточно сложный процесс горевания, отражается не только на семье, но и на окружении. Жены, вот есть некоторые семьи, в которых женщины уволились с работы, и их, как бы понимая, отпускают. Хотя реально они должны быть в социуме, и их нельзя отпускать и оставлять наедине. Процесс горевания, он имеет свои этапы. И если в норме человек понимает, что, ну, мы все понимаем, что мы все смертны, и тем не менее этот процесс какой-то ожидаемый, или человек болел долго, или просто старый пожилой человек, это можно как-то понять. И в норме этот процесс проходит все равно сначала шок, известие о смерти всегда шокирует. Но он длится, этот период, не очень долго. Потом наступает острая фаза, когда наполняют чувства, которые были как бы заморожены. В первой части, когда шок, человек немножко как бы заторможен. И он не совсем понимает, что произошло, и у него могут быть реакции. Ну, другим может показаться, что он спокоен и нормально воспринял. На самом деле это процесс, это не результат. Горе – это процесс. И вторая вот часть его, когда наступает острая фаза, там поднимаются разные чувства, в большей степени агрессивные. Человек не может сориентироваться. Разные психологические, психосоматические проявления, вегетативные нарушения сна, например, недовольство собой, другими, всем на свете, ощущение того, что тебя никто не может понять, никто на всем белом свете не может разделить это горе, никто не может понять.
чувство тотального одиночества, как будто один на всем белом свете вот с этой бедой. И в этом, в этой стадии острого горя чаще всего застревают. Эта стадия длится, ну, простому человеку трудно понять, в какой стадии находится горюющий, но можно, есть примерные сроки, например, стадия шока, это до 9 дней, все мы знаем дни поминовения, ну, поминальные дни, да, потому можно примерно понять, что вот первая стадия где-то до 9, следующая там до 40, и стадия восстановления, когда человек немножко может восстановиться физически, психологически, это до года. Но это все строго индивидуально. Эти стадии не всегда идут друг за другом, они иногда накладываются. И они затягиваются иногда на годы. Почему важно помочь человеку выбраться? Это как зыбучие тиски. Если не протянуть руку помощи вовремя, будет поздно. Человек остается, и есть такая, такое понятие, как точка невозврата. Происходит изменение в личности. Это совсем уже другой человек. То есть он не может вернуться сам к прежнему уровню функционирования. Этот барьер горя настолько, ну, скажем, травматичен для конкретной личности, что сам преодолеть он его не смог. Специалисты, конечно же, видят эти стадии, видят, ну, знают, как их можно понять. Для простых людей могу сказать, если в первой стадии человек в шоке, это начальная стадия, как можно ему помочь? Самое лучшее – это ничего не говорить. Знаете, мы иногда в собственной тревоге не знаем, как утешить, что сказать, и можем, ну, нанести еще вред, говоря такие слова, которые нам кажутся должны помочь. Ну, ты там держись, ты как? Человек как? У него поднимается еще большая тревога, и ответить на эти вопросы он не в состоянии. Потому, говорят, лучшее, что мы можем, лучший подарок, который можно сделать убитому горем человеку, это наши собственные руки. Когда мы можем подойти, обнять и помолчать. Если человек начинает говорить, это хорошо. Это значит, он перешел эту шоковую грань, и он хочет выговориться. Здесь уже можно спрашивать, но не о том, как ты, а как он. Нам кажется, что это будет драматично, может быть, или что-то заденет. Нет, люди хотят больше рассказывать. У них очень крепка связь между погибшим, ну, и живым. И они не могут оторваться, разъединить эту связь. Потому им нужно много-много всего сказать об этом человеке. Можно задавать такие вопросы. Мы, например, в самом начале... Мы спрашиваем, если мы знаем, что, допустим, уже прошли похороны, ну, приезжали ли сослуживцы? Да, приезжали. А что они о нем рассказывают? И они с удовольствием передают такие вещи, как они делились там какими-то вещами, едой, как они друг друга прикрывали. То есть это вот тот аспект дружбы воинской, он настолько ценен для родителей, что их сын там не был один, что он там не был брошен, что там было что-то такое ценное. И на этом можно спрашивать, что он любил. И они рассказывают очень долго, иногда по несколько раз одно и то же. Это нормально. Это нормальная реакция. Не нужно думать, что человек какой-то ненормальный. Это очень хорошо, если есть такая возможность. Но иногда близкие люди боятся прийти выразить свое соболезнование или сочувствие. Здесь хорошим аспектом является возможность дать понять, что этот человек вам нужен. Ну, например, если это соседи, можно обратиться зачем угодно, зачем вы раньше обращались. Ну, или не знаю, одолжите мне дрель, например, это, ну, мне там надо, ты мог бы мне что-то помочь. И если они пускают в дом и предлагают что-то, может, вам чаю, не отказывайтесь.
Любое движение, любая работа, любое занятие для горюющего – это возможность не провалиться в ту депрессию, которая может вылиться в отлик. Почему хочется сказать, что эта проблема все-таки не только психологическая? Потому что социум имеет огромное значение. Люди, они вообще социальные. И для каждого человека важно быть принятым в социуме, не быть изолированным. Но здесь парадокс. В горе человек прячется. Как мы знаем, в любой природе раненое животное прячется куда-то в норку, чтобы его никто не трогал. Так этот человек прячется, замыкается в своей семье. Но замыкаясь в семье, он не становится лучше. Очень тяжело увидеть, когда родители ждут в отпуск и готовятся к свадьбе. И остается 2 недели, и невеста уже в доме. Они получают гроб, который нельзя открыть. И им очень хочется увидеть собственными глазами. Они не верят в то, что произошло. Потому что отчасти, ну, в нашей стране действительно сейчас такая ситуация, что некоторые думают, что они живут в мирное время до сих пор. И одна мама сказала, я же не думала, что его там могут убить. Вы знали, куда он шел? Ну, вроде бы да, служить, ну, родине. Но тем не менее, насколько это не укладывается в голове, насколько это тяжелый шок, и, по сути, это глубокая психологическая травма, когда человек не может адекватно и реально оценить того, что произошло, то, что происходит сейчас, то, что происходит с ним. Он не может сложить какие-то свои, ну, область понимания, ну, скажем, человеческих способностей мозга недостаточно. То, что происходит, не укладывается. Это глубокая психологическая травма. И с этим человеком тоже нужно работать, потому что, оставаясь травмированным, он эту травму несет другим. Даже если он ничего не говорит, возле этого человека находиться очень тяжело. Потому понятно, почему другие люди хотели бы поддержать, хотели бы как-то выразить свое сочувствие, но они боятся подойти, они не знают, что сказать. Это поле травмы, оно чувствуется. Здесь, конечно, понятно, почему это движение возглавили психологи, потому что они видят эту проблему. К сожалению, у нас немножко в обществе, ну, или непонимание, зачем нужна психология или что такое психика. Вот, некоторые путают психолога, психиатра и вообще, что эта помощь пугает многих. Если представляются мы волонтеры, психологи, то сразу идет какое-то отрицание, мы что-то плохи, что нам нужен психиатр. Это нет, мы же не психиатры, это разница. Вот. Тем не менее, мы озвучиваем эту проблему и хотим донести до общества, что это не проблема одного человека, не горе одного человека, не травма одного человека. Она распространяется. Когда люди говорят, это что, передается? Я вот поговорила, мне так было плохо, я не спала ночь, точно так же, как тот горюющий. У меня подскочило давление, у меня тахикардия, точно так же. Ну, образно можно сказать, что да. Не буквально, конечно же, но эти тяжелые чувства действительно испытывают те люди, которые соприкасаются каким-либо образом с этим горем. Поэтому работа очень тяжелая, но сообща вместе можно это делать и поддерживая друг друга, это вполне реальный, скажем, процесс. Например, люди горюющие, которые немножечко пережили эти стадии,
очень хорошо предлагать им какие-то виды деятельности. Когда мы видим, что семья находится в тяжелом состоянии и вроде в горе, и в то же время предлагает нам, вы зайдите, вы погрейтесь, давайте мы вас покормим, может вам теплую одежду, чем волонтеры, а что нужно? Вот бойца, я могу настилиться, я вам передам, давайте, прекрасно. Вот вовлекать в виде помощи друг другу, таким же семьям, или вообще нуждающимся. У нас сейчас очень много беженцев, и голодных, и без жилья, без одежды. То есть есть чем поделиться, и каждый может это сделать. Это хороший порыв для восстановления. Вот возможность быть нужным и ценным. Это очень важно для любого человека, для любой личности. Поэтому... Свет, спасибо. Я хотела бы, наверное, перейти к вопросам. Скажите, пожалуйста, вы говорили, что в Израиле созданы целые институты, которые изучают эти психологические явления и разрабатывают целые методики для того, чтобы справляться с этим состоянием. Я, наверное, коснусь в аспекте нашей темы вообще принципиально того, как там организован процесс. Действительно, в Израиле есть богатый опыт, и нам, может быть, чем-то есть у них научиться. Вы знаете, у них с момента извещения членов семьи погибшего о факте уже работает целая процедура, которая у них разработана, как бы реализуется уже на протяжении многих лет. У них даже извещать о смерти идут специально подготовленные люди, да, из числа военнослужащих, как правило, ну, то есть вот коллег. Вы знаете, там даже такой нюанс, я просто обращу внимание, что вот в Израиле эти люди не звонят в дверь. Например, ну, у них такая миссия быть вестником тяжелой вести, да, они стучат. И даже если члены семьи не слышат или их нет дома, они все равно стучат и сидят столько, сколько нужно под дверью, находятся, пока они не откроют. Да? То есть тревожный звонок, тревожный звук. Не оставлять у членов семьи, да, ассоциации вот, о плохой вести с какими-то резкими вот такими звуками. Вот вплоть до таких вещей, да, как бы там проработано. Безусловно, у них, как и у нас, ну, в Украине тоже на сегодня приняты, да, эти соответствующие законодательные акты о социальной помощи и поддержке, о выдаче, даже, насколько я знаю, удостоверения для семьи погибшего. Но у нас действительно опыт очень резкий, очень, ну, как обычно мы говорим, мы оказались не готовы, и, по сути, сейчас это все формируется с колес. В том же Израиле, поскольку страна воюет достаточно много, в большей степени присутствует социально-психологический аспект. Семья сопровождается, да, психологами, причем до момента столько, сколько нужно семье. То есть приходит действительно момент, когда люди, ну, условно говоря, психологически восстанавливаются и возвращаются в реальную жизнь. Но при этом до момента потребности у них всегда есть закрепленный за ними психолог, которые находятся в военной комендатуре, у них такая как бы структура, эти люди как-то относятся к военным комендатурам городов, которые в любой момент готовы оказать какую-то консультационную помощь. Ну вот не считая тех программ материальной помощи, которые на уровне страны приняты. Ну вот как бы если... Да, переходим к вопросам. Здравствуйте, Наталья Курдюкова, Харьковский кризисный центр. У меня вопрос, во-первых, к представителю военкомата. Есть ли понимание, сколько добровольцев погибло? Поскольку я так понимаю, что где-то цифра 31 человек, это все-таки люди, которые служат официально, служат в вооруженных силах. Есть ли понимание, есть ли проблемы с этим? Есть ли проблемы у семей, в которых погибли добровольцы, именно родственники? И работаете ли вы с семьями добровольцами? Дякую за запитання. Ну, я відразу хочу донести ясність і розуміння, хто такі добровольці. Ну, ми пам'ятаємо початок війни, тоді дійсно були створені добровольчі батальйони. Ну, не буду називати їх назви, знати Дніпро, Азов, Айдар, інші батальйони були створені за рахунок, будемо так сказати, патріотизму великого. Були батальйони створені, забезпечені. Вони перші фактично прийняли удар на себе. Але зараз ситуація яка?
Ми повинні чітко поставити таку грань. Добровольці. Хто такі добровольці? От в нашому розумінні, як мобілізація, яка зараз відбувається, добровольець – це людина, яка, не чекаючи повістки з військового комісаріату, сама приходить до військового комісаріату і каже, я хочу захищати свою батьківщину. Пише рапорт, проходить медичну комісію, проходить всі необхідні процедури, і ми його направляємо до військового для того, виконати обов'язки. В даний момент, зараз, станом на сьогодні, наскільки я володію ситуацією, думаю, ми, напевно, ще краще володіти ситуацією, у нас немає батальйонів добровольчих, які нікому не підпорядковані. Тобто я маю на увазі, за винятком, напевно, я знаю, що правий сектор вони окремо, ну і не знаю насчет батальйона ОУН, не знаю, якому, а решта батальйонів Дніпро, Азов, Айдар, вони зараз всі входять в штат якогось міністерства. Тому станом на сьогоднішній день, я знаю, інформація, у нас в Харківській області загинуло два військовослужбовці Айдар. Якщо цікавить їм добровольчі батальйони, але зараз батальйон Айдар входить в структуру Міністерства оборони. Тому всі соціальні правові гарантії, які держава дає, вони стосуються зараз всіх військовослужбовців, всіх, я так розумію, і підрозділів, які входять до складу Національної гвардії, Міністерства внутрішніх справ. Тобто, фактично, соціально-правове забезпечення зараз однакове у всіх. Тому немає у нас розділення, тому що зараз всі підрозділи, вони офіційні. Я добавлю тільки те, що ми дійсно працюємо в тісному співпрацю з обласним комісаріатом. Большое спасибо Андрію Леонідовичу. Я можу дуже, абсолютно искренне с ответственностью сказать, что то, как он относится к этой работе, ну, наверное, Харкову повезло. Очень тщательно, очень ответственно Андрей Леонидович проверяет всегда всю информацию, очень много сил это вкладывает. И мы выбрали такой критерий для себя, что мы ориентируемся на данные, которые нам предоставляет областной военный комиссариат. То есть мы не делим, доброволец это или ВСО, но если это данные прошли через комиссариат, то мы включаем свои списки, охватываем. А если к вам обращаются семьи, которые не прошли через комиссариат, да, никогда не даже? Да, конечно, включаем. То есть если, в любом случае мы стараемся как-то проверить информацию, тоже сами, поймите правильно, но были недавно буквально в нашей закрытой группе было обращение, то есть если это люди, которым мы доверяем, или подтверждение со стороны, что таки да, конечно, независимо от этого мы тоже оказываем консультации, сопровождаем. Коллеги, есть еще вопросы? У меня, можно я задам вопрос по тому, в каких городах, поселках произошли потери такие? Вот, если можно, это для того, чтобы, может быть, кто-то не знает и хотел бы помочь семьям, чтобы обратили внимание. Дякую. Значит, потрібно відмітити таку ситуацію, що похорони відбуваються фактично майже в багатьох містах Харківської області, починаючи з самого міста Харкова, хоронили військовослужбовців, офіцерів, випускників Харківського університету повітряних військ, які загинули, були збиті їхні вертольоти. Люботин, Богодухів, Пересічне Дергачівського району, Ізюм, Куп'янськ, Коломак, село Пересічне, Дергачівського району, там три чоловіка загинули. Один із них Сайдара, Софіївка, Чугуївський район. Така біографія. Я хочу ще зразу сказати шановному товариству, що різні там такі розмови ходять, але я вам скажу відверто. Жодного не було випадку, що хтось із священків відмовився від співу. Не було жодного випадку, що хтось із представників місцевих органів влади не був на похороні. Це я говорю чесно і відверто. Завжди похорони відбувалися організовано за участю місцевих органів влади, державних органів влади. І я скажу, чим патріотичніше налаштований селищний міський голова, тим, звичайно, похорони відбуваються більш так. Але, ще раз скажу, треба сказати, що зміни відбулися досить серйозні в свідомості. Це, напевно, що, дай Боже, щоб це були останні похорони в нас, але дійсно рівень свідомості і в керівництва районів міст, і населення, напевно, що. Я хотіла сказати,
когда спросила Башлова за то, что вы подняли тему публичной панихиды, публичных похорон, Харьков как-то вот странно отличается от Украины в этом смысле, потому что мы все время видим, как общество отдает, провожает своих воинов в последний путь в каких-то сюжетах новостей, ни разу в этом списке не было Харькова. Как вы думаете, почему? И мы со своей стороны хотим инициировать вот такое мероприятие. И как вообще, как считаете, может, вы знаете, как к этому относятся сами семьи? Возможно, они этого не хотят. Я начну сразу, наверное, с последнего. Семьи хотят, им важно признание это. Потому что, да, я вернусь к тем словам, что я говорила, воин исполняет волю общества. Членам семьи важно понимать, что общество не остается к этому равнодушным. И действительно, поминовение общественное – это то малое, вот, ну, повторяю, что можно сделать. Это поддерживает людей, это придает хоть какой-то смысл этой потере, понимаете? Ну да, я не хочу говорить о примерах, но это действительно тяжело видеть горюющего отца, это единственный ребенок. Это действительно единственный сын, который погиб накануне своей свадьбы, и отец, который в состоянии четырехмесячного одиночества находится, да, в комнате сына и не разрешает никому туда заходить, даже жена приносит поесть ему от двери, потому что вот все, что это свято. Это свято, все, чего, он так и говорит, все, чего касалось рука моего сына, это свято. Поэтому, естественно, общественная поддержка, выраженная через какую-то акцию поминовения, возможно, позволит ему смириться, возможно, с этой потерей. Почему в Харькове? Ну, я могу говорить, наверное, только очень субъективно, да, о себе, поскольку, тем более, ну, о своем мнении, тем более, что вот как бы в волонтерском движении, по сути, 8 месяцев, то есть с начала этих событий. Ну, правда, наверное, я никому не открою глаза и не скажу нечто разрывающее сознание, что мы являемся территорией, городом, на которой проживают люди, у которых есть несколько иные взгляды. Я вам скажу больше, через среди моих знакомых, наверное, вот осознание, кто ты, украинец, да, произошло буквально вот с началом этих событий. Мы переосмысляли эти вещи, стали идентифицировать себя с Украиной. Но часть людей, возможно, так и осталась не идентифицированной. Причем, знаете, это такая личная идентификация. Они не говорят, что они принадлежат, ну, другой стороне там как-то. Ну, вот и не украинцы. Вот как-то это выражено в Харькове. И, возможно, поэтому, я думаю, что эти настроения присутствуют среди всех людей, вот такие. И эти люди и в вузах, и во власти, и среди чиновников. И, соответственно, это и влияет на то, что вот нет каких-то общественных процессов, например, с точки зрения поминовения, потому что часть людей искренне не считает, что это нужно делать. Понимаете, часть людей дистанцируется от войны и говорит, это нас не касается. Вот, возможно, как бы факт печальный, но он такой, к сожалению. Это была пресс-конференция Харьковского антикризисного инфоцентра. Иванова 7/9, бизнес-центр «Параллель 50». Посвящена она была работе волонтеров-психологов с семьями погибших военных. Спасибо всем, кто смотрел. Подписывайтесь на наш канал «Накипел Олив». Также подписывайтесь на наш основной канал «Накипело» в YouTube. Будете получать уведомления о новых видео, о трансляциях, предстоящих трансляциях. Лайкайте нашу страничку в Фейсбуке. Заходите на наш сайт civilforum.com.ua, сайт Харьковского гражданского форума, на котором есть разделы, посвященные Харьковскому антикризисному инфоцентру и волонтерскому проекту гражданской журналистики «Накипело». Спасибо всем, кто смотрел. Делитесь ссылкой с друзьями. Счастливо, до следующей трансляции. Вышло, пошло.
Спасибо.